Увеличить число рабочих мест за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий планируют в Жетысузском районе Алматы. На сегодня объем производств района формируется благодаря деятельности более 900 заводов и фабрик. Об этом сегодня заявила глава района Гульнара Кукубаева. В ближайшее время также будет завершена модернизация рынка Фрахатки из этой четвертого блока рынка Алатау, а также строительство торгового дома «Керемет». Общая сумма инвестиций трех проектов равна 2,6 миллиардам тенге. С созданием 880 новых рабочих мест. Совсем скоро достроят автосалон «Вираж», где будет создано еще 150 рабочих мест. В 2020 году состоялось открытие фабрики по производству санитарно-гигиенической продукции с общим объемом инвестиций 4,4 миллиарда тенге и созданием 113 рабочих мест. Кроме того, запуск модернизированного рынка «Ялан-2» с объемом инвестиций 600 миллионов тенге и созданием порядка 600 рабочих мест. Всего же в районе за прошлый год реализовано 22 проекта. В рамках реализации проекта «Город без окраин» были протянуты линии наружного освещения на 115 улицах. Для удобства жителей в микрорайоне Кокмайса открыт медпункт, где жители смогут получать базовые услуги по ОСМС и гарантированному объему бесплатной медпомощи. В настоящее время ведется разработка проектной документации для строительства поликлиники на 240 посещений в смену, с женской консультацией на 50 посещений в день в микрорайоне «Рабочий поселок». Если все будет по плану, то СМР начнутся в этом году.